Так, ребятки, мы с города уже пришли. Сейчас начинается вторая серия у нас. Сейчас этот я видос запущу, а новый начинаю. Вот тут такое начинается. Сейчас побачите. Все, смотрите нас. Вот даже не представляете, как будет дальше. Интересно. Дальше. Ай, вообще язык заплетается. Все, ребятки, до встречи. В общем, ребята, вот эту вот конструкцию Толик сделал перед нашим приездом. А когда уже мы здесь были, он заканчивал ножки. Приваривал ножки. У него аппарат, все дела. Вот. Здесь у нас будет готовиться плов. О как. Все уже наготовлено. Морковь, лук, мясо, рис уже промывается. Зира, все специи. Все. Всего много и всего вкусно. Вот. Потом мы будем на вот этой... Вон собачука ходит с зубом. Собачка? Ева. Ребята, у Евы зуба-то нет? А? Вылетел зубик. Все, я кажу, вон Ева с зубом. Когда смотрю, а у нее его нет. Нет, Анжела, нема зуба. Собака потеряла зуб. Это крайний был зуб? Да он мешал ей. Подожди, это был последний зуб, Анжел? Не слышит меня. Ну, вроде нет у нее зубов вообще. А кости кто говорит? А я знаю. Ну, кости, чего она говорит? Вот спроси у Анжелы. Так, а вот эта сковорода у нас будет для жарки рыбы, ребята. Мы же купили камбалу. Витя ее перерезал, такие у них как, секатор, да, секатор? И секатор. Секатором, и рубил киянкой. В общем, она тяжело сильно разделывается, скользкая. Ну, в общем, я посолила, поперчила, лавровый листик добавила, она стоит, ждет своей. Я уже все показала, Витя. Не, я подниму казан. Давай, покажи, что ж там есть под казаном. Толик, конструкцию новую сделали, ну, сейчас совершенствовать надо, вот такая. Гляньте, что там. Угли там. Ой, горячая, Витя, на камеру. Все, тут будет жариться рыбка. А потом на решетке что мы делаем? Овощи, да? Нам очень понравился вчера. Горячий, да, на дровах. Горячий салат нам понравился. Мы решили его еще раз сделать сегодня. На абрикосовых дровах. Обалдеть. Короче, предусмотрено. А знаете как? Я сегодня поняла такую вещь. Вот что две женщины на одной кухне, у всех разное мнение. Вот это так, вот это не так. Вот тут мельче, вот тут крупнее. Я посмотрела на наших мужиков, и знаете, то же самое. Витя кричит, надо слабый огонь для плова. Толик кричит, не-не-не, надо очень резкий и быстрый жар. И, короче, они, знаете, как, вот, как дети спорят. Не, я сказал, надо так. Нет, ты не прав, я сказал так. И я думаю, интересно, чем же это все закончится? Но я думаю, это закончится очень-очень вкусным пловом и очень-очень вкусной рыбой. До драки тут точно не дойдет, потому что мировые они пьют. Все у нас нормально, собака зубчик потеряла, дети спят. Все в норме, ребятки. Я купила курточку. Я вам обещала ее показать. Ну что, я сейчас одену и покажу. Витя меня будет снимать. Добренько, ждите. Жара пошла. Да, все. Пошла жара. Масло закипает. А, тут такой жар, ребята. Аж страшно за телефон. Я рукой вожу, чтобы не подплавился. Ох. Сейчас будут запахи на всю улицу. Ну, тут улица, смотрите, она коротенькая. Оказалось, вон дорога получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, а седьмой дом уже на повороте, получается. Ну, оно такое, проулочек, там дальше улицы. То есть от города мы три остановки. Вот город, въезд в город туда налево. Три остановки, и вот этот вот поселочек. Ну, не поселочек, это район. О, район. А что вы там без меня делаете? Я же жду сало закидывать, а они ушли все. Бросили меня. А я жду. Толик, иди кидай, я же жду. Ага, иди кидай. О, а я думаю, людей пропущу, а они, это же наши люди. Ты на запах? Ты на запах едешь? Кидайте. Кидайте, я же жду же. Нет, еще рано. А я уже думала, сейчас буду съемку рубить. У собаки нету зуба. Все,
Да, она бедная отмучилась. Отмучилась дитинка. А я ее снимаю и кажу, вон собака с зубом, а его раз и нет во рту. Все, готово, можно кидать. О, давай, 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 я же хочу сам процесс. Процесс. Аба! Звук, 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 слышали? Звук слышали, ребят? Подожди, подожди. Рано. Не, он просто сюда снесет все, чтобы это... Лук нарезан, морковь нарезана, рис моется, мясо готово. Ой, ребятки, ну вообще. Внимание, желтый. Лук зеленый. Я не спешу. Моркови много, там, ну, наверное, грамм 700, да, Витя? Да. Морковь это, вы знаете. Морковка должна быть. Так, вот это мне не нравится, вот это вот. Убери. Шелушка, видишь? И заметила? Я все вижу. Рыба солится. Так, а что? Не поставили мангал, да? А мы просто... Зачем? Ребята, вот такая курточка. Витюшке она понравилась. Капюшончик черненький. Вот такая, с кошечками. Не марки, не марки. Все. Поехали. Витя, руки. Лучок пошел. Короче, в четыре руки мужчины для девчонок. Ох. Подожди, потом мясо, потом морковку. Так, сюда сало делать. Сало, сало это чудо. Сейчас мы его подсолим. Уже его подсолили. А, уже, да? Хочу тебе столы для того, чтобы... Шкварочки. Так как костер у нас здесь во дворе, гитару, то решили не бегать туда. Оно ж не жарится без гитары. А девчонки перенесли стол сюда. Без гитары не жарится. Представляете? Начинает затухать. Улица, шкварочки. Улица родная. Космонавты. Космические. Ты нас уже отправил вообще в космос. Ух ты. Кристина, пронеси гитару. Вот это... Надо выпить за последний зуб собаки. Чего ты так спрашиваешь? Сколько у нее зубов еще там осталось? Они такие маленькие. Все, а я тебе что говорила? А не знаю, вот как грызет. Вот эти передние остались у нее, вот этих нет. Я тебе что, обманывать буду? Анжела сказала мне, что нет зубов. Ну, я имею в виду, вот эти вот клычков нет. Клычков, у нее вот эти, да, только остались. Снималась его сим, а сейчас же... Да. Можно опускать ее на кусочка. Ева, да. У тебя нет снимать зуба. Снимать. Да. Снимай. Потому что начинаю лук разваливаться. Пошло мяско. Надо так по стеночке, чтобы оно... Нет, там дым идет. Да, дым идет. Труба на тебя. Куда дуля, туда и дым. Дуля. По бокам, по бокам, по бокам. Ой. Спускалось в жирок оно. Так. Что ли, ну советами может трошки сесть. Что, у каждого, как говорил, что да. Каждая хозяйка борщ по-своему варит. Да. Вот Толик готовит нам, а мы будем угощаться и говорить. Нет, да, вы, не, мы все готовим. Вы помогаете. Да. Мы все готовим. Я тоже, я же тоже не специалист. Да. Мы не боги, мы только учимся. Мы только учимся. Витя, твое дело гитара, а наша... Да. Вон тебе стульчик уже дали. Ж... А, вот артистом. Я всегда ж у походных. А там гвоздей хоть такого. Нет, смотри, будь аккуратен. Так, что мы? Так, Леночка. Тему. Ну ты ж хотел какую-то, за столом говорил. Не, ну у меня 30 песен. Да не надо, ля, я шучу. Так мне его нравится, ля. Ля. Григорьевич он с утра был. А Витюшка. Я же... Помогаете мне? Да. Все, давай. Она давно включена.
Лай-ла-лай-ла-ла-ла. Потоки ріки, де смирічок гень розумає. Лється пісня на просторі, вільна сильна, наче море, то ми милий рідний край. І у синю даль понад горами лине пісня ця. Пісня ця про чудовий край. Чарівний край, Черемуша й Прута. Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. І труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла. Я в зборі. Лай-ла-лай-ла-ла-ла. Приїжджайте в Арбузинку, приїжджайте, люди добрі, завжди будемо раді вам. Хлібом пісню вас зустрінем, файну пісню заспіваєм, шану наших рідним дням. І у синю даль понад горами лине пісня ця, пісня ця про чудовий край, Бердян, чарівний край, Черемуша й Прута. Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. І труда, ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Ла-лай-ла-ла-ла. Лай-ла-лай-ла-ла-ла. Лай-ла-лай-ла-ла-ла. Про чудовий край, чарівний край, Черемуша й Прута. Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. І труда, ти моя любов, ти рідна матінко моя земля, Бердянська земля. Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но все ж покамись аккуратно, пить буду я
я пью из радости. Забыв весь мир, забыв весь век, беру бокалы себе в руки, пью горя нет, пью горя нет. Беру бокал я себе в руки, пью горя нет, пью горя нет. Когда я пьян, а пьян всегда я, ничто меня не устрашит, и никакая сила ада мое сомнение не смутит. И никакая сила ада мое сомнение не смутит. Сейчас я только полупьяный, я часто вспоминаю вас, и по щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз. И по щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз. Я возвращался на рассвете, всегда был весел, вот купил. И на цыганском факультете образование получил. И на цыганском факультете образование получил. Без сюртука, как есть халат, шинель накинута на руках, фуражка теплая на вате, чтоб не болела голова. Фуражка теплая на вате, чтоб не болела голова. Белеет парус одинокий в житейском мире, господа. Прощай, немытая Россия, гори, гори, моя звезда. Прощай, немытая Россия, гори, гори, моя звезда. Все. А мы сидим сейчас. Нет, сидим сейчас мясо. Не-не-не, плов должен быть. Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а тебе. А теперь листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Сестра с братцем рядом. И от осени не спрятаться, не скрыться. Желтые, скажите, что вам снится? Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает. Золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом
нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни, ва-ба-да-ба-па, может, созданы для счастья. Может, созданы для счастья и они, и они. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Листья желтые, скажите, что вам снится? Кипит, кипит, кипит. Сейчас будем засыпать плов. Рис. Толик, а как называется вот это вот? Да. Это зервак. Как называется? Зервак. Толя, а что там, пойти высыпать? Кого? Куда высыпать? Ну, он там стекает. Не надо, он должен быть замоченный. До того момента, пока... Без будет. Воды он не должен быть. Он не должен быть ни минуты без воды. О, как. А, ну рис пока не надо? Ну, дай чуть-чуть зервак прокипит. А, ну давайте я как раз паузу дам. Оп, стоп, Зоя, говорит. И спит гитара черная. Я обнимаю нежно. Струна осоков эхо пронзит тугую высь. Коснется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Коснется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер между сосен плещет. Ну что грустит бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кода. Все, я самый плохой, наверное. Что, с точками? Угу. Да. А ты в ситечко вылей водичку вот так, ага. Ну не спросила, говорю, прозрачно. Они мне... Полный был такой, как прозрачный. Может, сказали, длинный. Мы тебе ничего не говорили. Говорили. Просто сечки тут много, вот в чем дело.
Вот это что плохо. Сечки много. Все будет окей. Чесночок в самом конце, да? Да, 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 как начнет чуть-чуть. И все, снимаем. Ребят, запахи. Так, Витя, не лезь до Толика. Ну, да, не подожди, лезь. Подожди, подожди. Витя. Надо, чтобы он водички столько, видишь? Запахи надо. Надо уже снять. Как хорошо, что я всю воду не знаю. Или поднимать и ставить на такие столики. Пока мальчики нам готовят плов, мы готовим десерт. Нарезаем дыньку. Перемыли виноград, персики. Персики уже дети, малыши потягали немножечко. Вот. И этот виноградик сейчас перемоем. И будет десерт. Зеленый. Кишмыш за 50 гривен. А этот, не знаю, это Кристина принесла. Тоже кишмыш. Она пошла за это, надо взять. А ребята ждут. Маленький чертенок пришел к нам в гости. Ты чертенок, ребенок. Ты маленький чертенок. Ева, не гоняй малыша. Не гоняй. Ну, пришел человек в гости, пусть посидит с нами. Ева, нельзя. Ты такой халюсь, у тебя такие большие уши. Ты такой хороший мальчик, или ты девочка. У тебя такие уши. Кисика. У тебя такие ушки маленькие. Ты такой мягкий. Ты такой халюсий. Божечки, такой пушнистый. Пушнистый, пушнистый. Хороший. Дайте рыбки мальчику. Дайте рыбки мальчику. Что же ему даст? Сейчас я тебе что-то дам, ребятня. Подожди. Там горячо, не ходи туда. Гля-ля-ля, Витя. Так, Ева, нельзя. Там горячо. Там горячо, не ходи. Что ж тебе дать? На, кс-кс-кс-кс. Только туда дальше. Все, ну куда? Вот манит. На. Так, Ева, нельзя. Вот, кушай. Ева, нет! Ева. Подобедать, решил подобедать. Рыбке дала кусочек. Ты такой славный ребенок. Покушунькой. Ой. Сейчас рыбка будет. Ева, нельзя. Ева, не трогай его. Плов мы укутали, убрали под одеялом, лежит, доходит. Томится. Томится, да, доходит. Доходит, да. Да. Будет доходяга. У тебя на что там дровишек может кидануть? Да, да, кидануть, кидануть. Не знаю, да, стоит. Температурку добавим. Сейчас пойдет жара. Камбала, да? Угу, угу. Азовская, да? Да. Азовская камбала. Не замороженная, свеженькая. Mm-hmm.
вкусняшечки. Да, иди, иди, вот тут, иди кушай. Нельзя, Ева. Вот духота, правда стоит? Духота. Да, вон тут вижу. Да, 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 небо такое. Да. Надо спросить. Не хочет нас отпускать. Что ж там с дождем на завтра, интересно. Робив з гайкою, там типа це, да. Із різьбою. Ти раз накрутив і да, крутиш. Открутив і все. А внизу просто шпилять. Точно, Вітюш, можна і так зробити. І навіть не на сверлинь. Так, да, так. Да. Ти тут приварив і там. Ой-ой-ой. А я встречаю задала. Ой-ой-ой. А милый муж все поднимал. Хоть режь меня, хоть ешь меня, уйду к нему опять. Хоть режь меня, хоть ешь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка. Кружи ее, кружи! Ой-ой-ой, я замуж вышла без любви. Ой-ой-ой, завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, а милый мужчина. Зажигай, зажигай, жги, 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 жги. Хочешь меня, уйду к нему опять. Хочешь меня, хочешь меня, уйду к нему опять. А я не могу, молодцы. Молодцы, дебют. Обрала воду на чьё громадле, чавадле, а речка помутилася, а с милой разлучился я, ромадле, чавадле. На колени! Давай! На начале! Открывать еще один канал артисты. Анжелика. Да, Анжелика и король. Анжела. Хорошее, кстати, название. Наша несравненная, лучезарная, неотразимая, неповторимая, начинающая звезда Бердянска, Анжела. Анжела Энджи. 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 Когда внуки родились, вот это ж свахала говорила. Энджи, Энджи. Це моя сестричка. Це мой братик. Казав, Жечка. Маленька була Жечка. Жечка. Витя Дизель говорил, да? И это Зоя и Сережа. Жечка. Жечка. И папа Коля говорил Жечка. А сейчас уже никто не говорит. Никто не говорит. Бедненькая. А я думаю, в кого эта губа такая нижняя, Ромки? Тю-тю-тю-тю, вы копылью. И у Янки такая. И у Янки. Она когда начинает плакать.
Она знает, что надо быстрее. А не на запах, так, на запах. Тут? Все, альдента. Чуть-чуть, да, и все. Чтобы не, Витюш, ну тут чуть-чуть. Из-за синих надо чуть-чуть подержать. Синий лег на провода, в небе темно-синим синяя звезда. О-о-о, только в небе темно-синим. Точно синее. И чуешь ее мечтую, и лишь одна мне нужна. Ты ветер знаешь все, ты скажешь мне, она, где она? Синий, иний, видно в небе темно-синим. Витя махнул кода. Одеяло слабо. Надо брать не думаю. Надо ватни одеяло. Ватни не надо, простынку. И все. Им надо было привезти твою палатку, где ты меня откачаешь, поставили, и люди спали себе. Посреди палатки.